Привет, друзья! Решил снять небольшое видео и опять показать, что я тут делаю. Новостей у меня особых нет. Машина все еще в сервисе. Ее там что-то очень долго красят. Ну, накрасят, наверное, когда-нибудь. Вот. Я даже не знаю, сколько мне еще там за нее отдавать. На данный момент отдано 45 тысяч. Ну, и, наверное, еще чуть-чуть побольше. Ну ладно, это как бы не по делу. Что здесь у меня с вольерой, хочу показать, что с вольерой. На данный момент я ее практически всю уже утеплил и обшил ОСБ. Ну вот тут кусочек только небольшой. Сейчас мне осталось поставить окна, двери и сделать здесь перемычку, перегородку, опять такую же перегородку. Ну и повешать пластик. Пластик я снял. Материал неплохой, что ли? Что, не выкидывать же. Приспособим его снова. Крышу я утеплил соткой тоже. И прищелкнул еще утеплитель. Вот такой вот. Ну и потом еще провести свет. Провести свет, поставить также свет, дежурку, свет. И потом что там, ну, розеточку, наверное. Ну и, в общем-то, здесь много и не надо ничего особенного. В общем-то, на этом, наверное, все. Ну, пока. До новых незабываемых встреч.